Мишка! Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в доме прочной. Нет, старик он был старик. Чуть, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар. Ничего себе, Эдок, парень этот новый. Ложку лишнюю кладет, мол, ведь не сердито. Вам бы, знаете, во флот. Вашим аппетитом. Спасибо. Я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И усевшись под сосной, кашу и сутулит. Свой? Бойцы между собой. Свой! Переглянулись. И уже пригревшись спал, тихо полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин. Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь. Прут немецких 1000 танков. 1000 танков? Ну, брат, врешь. А с чего мне брать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Хорошо, пускай 500. Балакуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просят. Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глухая, земля сырая, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора.